I miss you. I love you. I miss you. I love you. I love you. I miss you. Ah la 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 la. Ну вот, колодки заменили. Задние колодки, передние еще будут бегать. 123 920 км. Ну и что? Поедем. Так, что нам надо сделать? Перевели. И, как говорится, с Богом. С Богом. Старикан на дороге. Да, машина, конечно, удобнячок. Удобнячок, удобнячок. Поедем кофейка попьем. Сзади БМВшка прет, ядрёна вошь. Так что еду без задних мыслей. Поменял колодки задние и еду. На передние все осталось. Еще будем тереть. Все надо делать вовремя. Вот вовремя, понимаете? Вот и в жизни. Если ты не сделал, так сказать, не приобрел, как говорит Папандопола, золотого запасу в свое время, то будет тяжеловато под старость. Ну, это так, рассуждение. Рассуждение. Опять-таки, не вызов, не бахвальство. Просто рассуждение старикана, который тут уже прожил 69 лет жизни, прожил. Всякое бывало, но задние колодки поменяли.
И сейчас будем пить капучино с Рафиком. Ну вот. Переводим селектор. Парковка. Нажимаем морковка. И пошли-ка выпьем. Вот новый поворот, и мотор ревет. И что он нам несет? А что он принесет? Либо занесет. Дедушка Геня попил капучино и поедет. Опачки! И поедет. Я еще сегодня не ходил, надо будет походить. Люблю петь песенку далекой юности моей, когда я занимался тяжелой атлетикой. Сочинять я люблю разного рода. И такая песенка у меня. Выходил на помост молодой перший тяж. Трепетали блины и гривы гнулся. Выходил, подымал, подымал, опускал. Из попетой домой он вернулся. Выходил, подымал, подымал, опускал. Из попетой домой он вернулся. Трепещали блины и гривнулся. Под рекой, ой-ой-ой. Зал стал домом родной. Ай-я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 й. Столько времени, сколько, сколько там? Лет 10. Ну, довольно-таки упорных занятий для того, чтобы стать мастером спорта по тяжелой атлетике. Хотя, если организовать свою жизнь, то все это можно сделать довольно-таки быстро. Вот я никак не мог после первого разряда там что-то там кандидата выполнить. Ну и обстоятельства так сложились, что у меня со спортом вообще. Это было в спортроте. Это был 1974 год. И вот я взял волю в кулак, организовался, хватит вала водить. И несмотря на то, что вся остальная команда спортротовская, тяжелоатлетическая, ходила, занималась, а меня брали на склады, ну, короче, знаете, как рабочую силу. А куда же девать человека, у которого вырезали аппендицит? По всем понятиям он вышел в тираж. Все. Никаких дальше занятий не будет. Это было в августе. И вот я взялся, как бы сказать, судьбу в свои руки и давай пахать. Не сказал, чтоб я слишком уж там трудился, но вот все было правильно организовано. Занятие, организованность и цель выполнить мастера. Цель. Не просто даже мастера выполнить. Это как раз мне было 20 лет. А цель... Шел 21 год, начал идти. А цель либо твою жизнь перечеркнут спортивную, и все, на этом ты закончишься, пойдешь
запчасть. Либо же ты отстоишь свое право на занятия тяжелой атлетикой, на занятия спортом. Вот такая вот целяка была. Ну, это так, воспоминания старого дедушки Беззубова. Врун, болтун и хохотун. Опять-таки, без всякого вызова, потому что я уже знаю. Я блогер открытый, ничего не таю в своей жизни. Вот. Вызова не делаю, а просто подвожу итоги. Что где-то надо было организоваться, где-то надо было напрягаться, где-то надо было стать, знаете, как на марафонскую дистанцию и работать на перспективу, зная, что сейчас дуля с маком, а потом. И потом. Опачки! Дом построил. Опачки! Дальше. Более-менее, так сказать, зажил. А потом, глядишь, стал известен в русскоязычном мире. Подхватили. А потом был период, когда надо было отстоять себя. Либо ты тут за деньги, грубо говоря, что тебе сказали, то там и делаешь. Либо же сказать нет. Ну так, знаете, такие воспоминания. Я думаю, некоторым это будет полезно послушать. Примерно так как-то выходил на помост молодой первый тяж. Юность вспоминается. Трепетали блины, игрив гнулся. Подымал, опускал, и с попетой домой он вернулся. Подымал, опускал, и с попетой домой он вернулся. Опять-таки, ни вызов, ни бахвальство, просто вот такая жизнь блохерская, открытая. Есть особый день в году. Наступает в темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Веселись, народ, наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Бам-б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 ам-